Кто-нибудь гулял или из вас на восточно-германской свадьбе? Хоть когда-нибудь, хоть один раз, хоть в детстве. На австрийской гуляли. Австрийская, восточно-германская. Знаете, чтобы расписаться немецким жениху и невесте, нужно очень рано встать. Потому что немецкие восточно-германские ЗАГСы работают до 11 часов утра. До 11 утра. Вы скажете, да ладно. Нет! Ordnung. И чтобы так рано пойти и все сделать, невеста встает сзади, в 4. Надевает черные колготки, белое подвенечное платье, красит губы очень ярко, конечно, выходит к жениху. Жених одет спокойнее, в блейзере черном синем, брюки, дудочки, белоснежная рубашка. И они идут. Идут в ЗАГС. В немецкий ЗАГС. А над ними утренние лазури. Летают прекрасные птицы и поют прекрасную песню. Карррр!